Что за привычка-то, блин? Мы упор проходить и по телефону орать. Отойди в сторонку, поговори. Я тут с людьми общаюсь вообще-то. Вот, ну если я найду его. А когда я напугаю этого парня до усрачки, то опять получу... Чпоки, верно? Да, конечно, на то... Эх, Тревор, продажная ты душонка, а? Продажный. Лишь бы пристроить куда-нибудь. Лишь бы впихнуть, а? Лишь бы чпоки-чпоки. Ладно, короче, собрались сейчас. Мы же долбанный Макс Пейн, че мы? О, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Ну ладно. И так пойдет. Хоть как-то, хоть. Ну хоть не разбился, не знаю. Так доедем, короче. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это продолжаем мы GTA 5. Короче, проходить. Вот так, оружие убрал. Хорошо. Итак, продолжаем мы с вами играть за Тревора, я думаю. Что за привычка-то, блин? Мы упор проходить и по телефону орать. Отойди в сторонку, поговори. Я тут с людьми общаюсь вообще-то. Вот, так. В комментах вы написали, типа... Так, убери оружие. Оружие убрал. В комментах вы написали, что... Будет неожиданная развязка с этим, с риэлтором. Вот, он нас ждет, короче. Джош, да? Его зовут. Вот. Да. Вот, необычная развязка будет в этом квесте, в этой цепочке квестов. Вот, ну, в принципе, пока только вот Джош этот и Майкл, короче, сюжетное задание. Вот. Отправимся, короче, продолжать. Квест за риэлтора. Окей, я не знаю, может вызвать такси. Окей. Я, правда, тебя не понимаю, но окей. Так, ладно, вызовем такси, наверное, все-таки. Ох, какая машинка. Wonderful. Абсолютный wonderful. Надеюсь, сейчас будет какое-то нормальное такое задание, не вот типа того, что вот эти вот значки ездить, там разбивать, да, вот эти всякая дичь. А что-нибудь интересное. Я там напутал, короче, да. Оказывается, это не брат риэлтора, а лучший друг бывший, короче. Вот. Которого мы насолили. Все, поехали, короче, в точке маршрута. Да, давай, хорош болтать, поехали. Время не тетка, или как? Или как это говорится? Время не тетка, время не дядька. Okay, все, приехали, да? Окей. Окей. Да что ты говоришь, а? Во всем этот кризис виноват. А вот и ты, привет, Тони. Ты же Тони, да? Вот и я. Ты проучил этого ублюдка? Возможно. Ну ладно, ты это заслужил. Комната номер 9. Она там. Действуй, брат. Она, в общем, оттянись. Он мне деваху подогнал, что ли? Ну, окей. Он мне подогнал деваху? Давай взглянем. А ее не покажут, да? Это засекреченная личность. Эй!
Надеюсь, тебе понравилось здесь, Тодди. Слушай, такое дело, не знаю, как ты по этой части, но ты не мог бы передать Ленни привет? Вот как он выглядит. Сможешь? Думаю, ты сможешь его найти. Сегодня он будет показывать клиентам дома там. Я передам привет. Прекрасно. Прекрасно. Я тебя обожаю. 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 Давай, обожатель. Так, найдите Эвери. Окей. Теперь надо по-любому нам тачку. По-любому машину. Так, корыто. Тоже корыто. Есть здесь какой-нибудь не корыто? А чё одни корыты-то стоят? Ну ладно. Поедем на корыте. Поедем на корыте. Выбор не такой уж большой. Так, пацаны, пацаны, не смотрите, я ключи дома забыл просто. Какой замечательный денек получился. И так неожиданно. Ну да. Ну да. Неожиданно реально так повеселился там с дамочкой. Ох уж Тревор, Тревор, Тревор. Вечно влезет куда-нибудь. Влезет куда-нибудь. Намутит что-нибудь. А потом отдувайся за него. Либо мне, либо Майклу, либо Франклину. Ну, Франклин вроде не так часто, да, отдувался за Тревора. Обычно Майклу достается. Майкл отдувается. Джош. Эй, неужели это мой любимый агент по продаже недвижимости? Тони, дружище, ты же в Rock of Hills? Почти. Хорошо, я забыл сказать тебе, Эвери ездит на зеленом Комет. Не волнуйся, я найду его. А когда я напугаю этого парня до усрачки, то опять получу... чпоки, верно? Да, конечно, но Тони, послушай, я ему уже сказал, что ты приедешь. И испортил элемент неожиданности. Я хотел, чтобы он знал, за кого пострадает. Мне пора, не подведи меня. Ну да, зачем он сказал? Так бы вот так неожиданно пришли бы ему и напугали бы, и что-то там сделали бы ему, да? Вот. Ну ладно. В любом случае, мы сейчас выполним задание и снова получим чпоки-чпоки. Эх, Тревор, продажная ты душонка, а? Продажный. Лишь бы пристроить куда-нибудь. Лишь бы впихнуть, а? Лишь бы чпоки-чпоки. Найдите зеленый комет. Как вообще выглядит комет? Комет, я знаю, это зубная паста. Комет, да, вроде зубная паста. Так, блин, домет, комет. А как он выглядит в виде машины? Так, ну ладно, давай. Давай покатаемся, поищем. Я говорю, видишь, опять искать надо. Там, короче, какая-то стояла машина. Бляха. Тут стояла какая-то машина. Вон зеленый. Догоните Эвери. Ублюдок. Я так и знал, что надо будет гоняться. Блин, нас на этом корыте-то далеко не уедешь. Ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем. Лень, останови, давай поговорим. Держись от меня подальше. Я хочу поговорить с тобой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бляха, он... Комет это Порше, короче. Частный на своей шкуре и прочувствует последствия жилищного кризиса. Да, если догоню. Ай, блин, сейчас такой был момент просто ему в бочину долбануть. Не надо же было меня так... На, держи. Вот так. Вот так. Пригрозите, Эвери. Вот так. Вот так тебе.
Чего ты хочешь? Разве я тебе продал застройку в Северном Чумаше? Я же не могу предвидеть эти оползни. Никто не мог. Мой адвокат сказал, что я ни при чем. Я могу дать тебе его телефон. Не лезь в бизнес Джоша, иначе в следующий раз разговор будет другой. Ладно, ладно, я понял. Я все понял, опусти пушку. Беги, беги. Отлично. Заключение сделки сделано. А, мистер Филлипс, еженедельный доход от вашей собственности. В смысле? У нас какая-то собственность есть, я уже не помню. 5000. Минотаур Финанс выведет нас из лабиринта проблем, связанных с недвижимостью. Нифига себе. Нифига себе, окей. Окей. Ну, с этим, в принципе, разобрались. И разобрались очень быстро и очень качественно. Так бы, как бы я сказал. Так, ну, остается у нас Майкл. Да? Давайте, наверное, перейдем непосредственно за самого Майкла, наверное. Потому что он, наверное, будет ближе к этому заданию. И... начнем выполнять сюжетное задание. Я так предполагаю, оно будет связано с... еще одно дорогостоящее говно. Я предполагаю, что оно будет связано с ограблением федерального хранилища. Ну да, я так, в принципе, недалеко. Так, где моя машина? А чё на другой стороне? Почему на другой стороне-то? Я думал, меня пропустят. Будут материться, матюкаться, там, ругаться, сигналить, но пропустят. А нет, мусоровозам все позволено. Оказывается, короче, да, это не мы. Мы, короче, помните, мы тюнинговали тачку жены Майкла, по-моему. Или сестры. Ой, не сестры, дочки, жены, по-моему. А эту тачку, короче, затюнинговал уже сам сын. Я-то думал, мы ее отвинговали. Ну окей, приехали, короче, домой. Окей, в гараж загоняй. Смотри, у меня какой-то там мини-купер стоит. Я и забыл уже. Ну ладно. Так. На кухне? Или куда? А, сюда? Ну ладно. Ну ладно. Hey, man. Эй, привет. Черт. Что тебе надо? Я твой друг, и мне ничего не надо. Я просто хотел с тобой пообщаться. Как всегда. Спасибо, я это очень ценю. Но? Как семья? Еще не вернулась? Нет. Ну и дура же твоя баба. Несмотря на весь этот бардак в последнее время. Кажется, я наконец-то разобрался в своей жизни. Знаю, звучит глупо. Нет. Нет, что ты, совсем не глупо. Понимаешь? Ты же у нас крутой, да? Да? Ты человек дела. Ты не сидишь на диване, ты банки грабишь. Ты снова в деле, брат. Мы снова в деле. Понимаешь? Осталось только Брэда вытащить из тюряги, и все будет в шоколаде. Франклин делает нашу команду мультикультурной, Лестер технически продвинутой. Мы как современная Америка, только геев в команде не хватает. Во как! Нет, я не об этом. Деньги у меня есть, от них одни несчастья. Я хочу кино снимать. Прекрасно, прекрасно. Что будет со мной в этом втором акте твоей жизни?
Мы провернем последнее самое большое дело и закроем лавочку. Я не в игрушки играю. Понимаешь, в этом вся моя гребаная жизнь. У меня семья, мать твою, а у меня ничего нет. Все на меня насрать. Мне нет. А. Да пошел ты. Я видел твою могилу. Рыдал над ней. Я потом сказал, что я на самом деле ни хрена о тебе не знаю. Вообще ни хрена. Ты не умер тогда, ты не мужик. Ну а ты кто такой? Я твой страшный сон. Все задолбал своими угрозами. Слушай. Можно я кое-что у тебя спрошу? Я уже давно-давно об этом думаю. Там, в северном Янгтоне, кого там похоронили вместо тебя? Никогда не задумывался. А знаешь, что я думаю? Понятия не имею. Ты подлая тварь! Ты для меня сдох. Знать тебя не хочу, гнида! Твою мать. Тревор, эй, Ти! Это моя тачка, урод! Доберитесь до международного аэропорта Лос-Сантоса. Вот и понеслось, вот и понеслось. Тревор. Пошел ты! Да ладно тебе, куда ты собрался? Ты знаешь куда, пошел ты! Зачем ехать аж в северный Янгтон, чтобы узнать то, что я могу тебе рассказать за кружкой пива у меня дома? Поехали, закажем пиццу. В жопу тебя, в жопу твою пиццу, в жопу все, что она символизирует. Это бред. Нет, это какой-то веки разумная мысль. Останови машину, вернись, поговорим. Я не собираюсь услышать твое очередное вранье. Я все тебе расскажу, все, только остановись, поверни обратно. Я хочу все сам увидеть. Ты будешь расстроен. Ну и как-нибудь я точно буду. Ты разочаруешься, в могиле ничего нет. Просто мешок с песком или что-то в этом роде. Это все обман. Сплошная ложь. Как ты можешь спать спокойно? Игре конец. Я сэкономлю тебе время. Ты мне уже достаточно помог, дружище. Можешь дать даже не стараться. Ну хватит, Тревор. Иди нахер, Майкл. И запомни, скоро ты... что-то там на нем окажешься или что? Понятно. Черт. Короче, Тревор. Так, что там, Дэйв? Особый агент Нортон. Черт, Дэви, он знает. Кажется, он знает. Что? Кого? Подумай. Твою мать. Откуда? Не знаю, у него есть голова на плечах. Но все ли он знает? Он едет в Людендорф, чтобы подтвердить свои подозрения. Твою мать, а потом? Никто не знает, что потом. Я не знаю, попробую с ним договориться. Я бы пошел с тобой, но я... Не волнуйся, это касается только нас с ним. Кроме того, если все пойдет плохо, ты ведь тоже в его списке. Это успокаивает. Короче, Тревор, все. Тревор решил, короче, разузнать все. В принципе, я думаю, что он предполагает и знает, что там лежит, что это скрывается. Я, в принципе, тоже предполагаю. Или это уже говорили там в этой игре, я уже не помню. Я, короче, столько всего прошло, короче, уже не помнишь. Короче, я думаю, что там Брэд. Ну. По-моему, это говорили уже в игре. Либо это у меня такие догадки. Короче, я думаю, что там Брэд. Бляха. Вот, ну сейчас посмотрим, короче, увидим, как отреагирует на это Тревор. Ну, я думаю, будет, короче, жесть. Будет жесть, короче. И не дай бог друг друга поубивают. Доберитесь до входа в терминал на втором уровне. Окей, погнали.
Сейчас, если они еще, короче, на одном самолете там полетят или что там. Будет вообще дичь. Я посмотрел. Так. Это вот это, да? Угу. Так, Тревор, где ты? Где ты, Тревор? Эй, бойфренд прибыл в аэропорт. Нашли люди, готовы составить им компанию на любом рейсе. А это кто такие? Ладно. Это кто такие? Какие-то еще какие-то чуваки. Че, мы улетели в другой город? Сейчас будем играть. О, зимушка, зима. Доберитесь до Людендфордского кладбища. Ладно, зимушка, зима. Слушай, Аманда, мы переезжаем в Лос-Сантос. Начинаем новую жизнь. Я заключил сделку. Мы начнем все с чистого листа. Так, слушай меня, и тогда никто не пострадает. Доверься мне, милая. Посмотри на меня, Аманда. Что мне еще оставалось? Варианты были: или сдохнуть все, или останется один. И остался я. Спокойно, Ти, спокойно. Его зовут Дэйв Нортон. Он хороший парень с реальным взглядом на вещи. Он прославится, а я выйду из игры. И тут думать нечего, Аманда. У меня нет выбора. Ты хочешь умереть здесь, где всегда идет снег, или жить там, где всегда светит солнце? Слушай, ты вообще жить хочешь? Скажи мне, что хочешь. Мы это уладим. Это типа оклики прошлого. Так, ладно, обгоняем эту стаю, короче. Обгоняем. Есть одно хранилище за городом, тебе лучше не знать. Обещаю, все будет в порядке. В полном. Не дрейфь. Действуй по плану, и все будет в ажуре. Я сделал свою часть сделки, Аманда. Все кончено. Мы свободны, детка. Заживем счастливо, как нормальная семья. Это в план не входило. Он еще тогда, короче, хотел завязать, получается, да? Ну вот, все пошло не по плану. Дело сделано. Все в порядке, милая. Все позади. Все накрылось, чувак. Мы в жопе. Одно последнее дело. И на этом все. Так, доберитесь до своей могилы. Угу. А Тревор уже здесь, да? Вот, наверное, Джипарио стоит. Бляха, прикольно, да? Вот это снег. Почему в самой игре, короче, не сделали, ну, погодные условия, типа снега там? Так. Свою могилу. Знать бы, где она еще находится. Где меня закопали. Так. Тревора я не вижу. Не шевелится там нигде? А, вон копает. Не трать попусту время. Ты для этого сюда прилетел? А? Сказать мне, что я зря трачу время? Давай, раскапывай. Мне насрать. Да ты похож на человека, которого на все насрать. А, не смеши меня. Долго ты еще врать будешь, Майкл? Когда это кончится? Все тайное становится явным. Успокойся, Тревор. Ничего там нет. Вот он. Момент истины. О, затаили дыхание.
Как будто я не знал. Брэд! Слушай, каждый выживает как может. Все это вышло не совсем так, как я планировал. И как это планировала? Брэд, тюряга, я в земле. Или мы оба в гробу. Брэда подстрелили, ты видел. Он не выжил. И меня тоже, но мне повезло. Вот и все. Я думаю, единственное, чего ты не планировал, это увидеть меня на своем пороге 10 лет спустя. Майки. Я горевал по тебе. И мне тебе не хватало. Но у меня есть долбанная семья, Тревор. Мы все должны были умереть. Он умер. Змея, ты подхолодная. Воу-воу-воу, я этого не хотел. Врешь, хотел, только у тебя сраная кишка тонка. А я другое дело. Я потеряю больше, чем ты. Лучше и не скажешь, брат. А теперь стреляй. Кишка тонка. Давай, мою твою, стреляй. Это еще кто? Твою мать. Твою мать. Чуть-чуть. Тревор Филлипс, мистер Чен хочет поговорить с вами. Вы не по адресу. Вот он. Вон сюда. Лови бойфренда. Бойфренда? Вот мудила. Садитесь в машину. А, это, короче, эти китайцы, короче, которые... Которые это... Тревор с которыми там мутил, короче. Но... Давай. О, бо! Ти, кто твои друзья? Готов, контрольный был. Опа. Да, собака. Где они там? Выходи, мы тебя не тронем. Так, готов. Охренеть их там. Погоди, у меня только пистолет? Или у меня есть мое оружие, которое мое оружие? Отлично, у меня есть автомат. Не ждали, да, что у меня есть автомат, а? Уроды. Да сдохнешь ты или нет? А куда Тревор-то свалил? Тревор, ты козел. А я так и не понял, а что, Тревор хотел выстрелить, короче, а у него типа патронов не было или осечка произошла? Такой пистолетом в Майкла кинул так и. Оу! Что-то не ожидал, что взорвется. Филлипс пошел вон туда. Бляха, вот о чем я и говорил. Снова Майкл, короче, отдувается за Тревора. О чем я и говорил. Так, нужно на тачку свою садиться, короче. Да сколько у вас понаехало-то? О, ни хрена там, ты смотри, сколько их там. Охренеть их! А, меня сейчас закокошит. Нифига их там расплодилось, просто жесть. О, да. Жесть их там. Ну и откуда? Сейчас с самого начала это будет дичь. Бляха, реально. Реально с самого начала. Ладно, короче, собрались сейчас. Мы же долбанный Макс Пейн, чего мы? Сейчас все получится. So, who are your pals, Trevor?
А, нет у меня автомата. Значит, я подобрал просто автомат там. Понятно. Так, окей. Да блин, а чё он так тормозит-то? Ну. Бах. Да бляха, не прицелиться нормально. Так, пошли вы все в жопу, автомат. Минус один. Минус второй. Там никого? А, где еще, еще? Бах. Так, еще трое. Хорошо. Че, у меня закончилась эта штука? Кто-то стреляет. Что недалеко? Они далеко, блин. Высунись. Готов. Бляха, пока на карту смотрел. Чуть момент не просрал. Да я ж тебя убил, что ты там встал-то? А! Кто там стреляет из-за машины? Вон. Готов. Еще один. То ни хрена, ты умрешь или нет, а? Окей. Почему нельзя сохраниться? Так, ладно, надо искать, короче, машину, как-то выбраться отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где, откуда? Опа! Они, главное, чтобы они меня не-то... Не окружили, короче. Хорошо. Вам нужен бойфренд, да? Бойфренд. Леха. И не попасть. Так, где еще? Вот так вот. Просто психанул. Все, погнали. Остались только мы с тобой. В смысле мы с тобой, короче. Кто мы с тобой? Чен или кто там этот? Сейчас мы всех загасим. Да бляха, чё не умираем-то? Сколько ему в лицо-то настрелял? Нет! Жесть. Так, моя машина. Бляха, еще едут! Быстро, садись, погнали! Да погнали, что ты стоишь? Заводи ты! Тревор, черт! Эй, вот он! Держи руки на виду. Тебе некуда бежать, бойфренд. Ладно. Вытряхивайся из машины. Майкла в плен забрали. Нормально, отрывал уже самолет где-то спер, короче, и поле. Идите в аэродром Сент-Шорс. Лех, опять на самолете. Ну.
Ай-яй-яй-яй-яй! Да лети ты! Взлетай, ну! Летел же нормально. Тревор Филлипс Индустриз. Мистер Филлипс, это Чен Вэй Чен. С моим старшим сыном. Ага, жуткий торчок разочаровал уже оговоренный контракт. А, разорвал. Спасибо. Он по-прежнему осваивает дела. Мои друзья упустили вас в Северном Янгтоне. А, это были твои люди? Извини, что пришлось свалить. Ваш бизнес мне мешает. Я хочу начать операцию в округе Блейн. Но вы с вашим темпераметром не даете мне установить там связи. Очень жаль. Ну, что поделаешь? Я кое-что сделал. Ваш любовник у нас. Эй-эй-эй. Мой любовник? Майкл Десанто. Вы вместе жили в трейлере вместе с горничной. А потом уединились в том большом доме. Очевидно, что он очень вам близок. Сколько вы готовы отдать за его безопасность? Мой любовник? Ага, точно, да, не повезло. Не хотел предавать друга, но хотел подвергать его жизни опасности. Но тут уже выбирать не приходится. Бизнес я не сверну. Тогда он умрет. Я серьезно. Передай ему, что я люблю его всем сердцем. Любовник. Отлично. И чё, короче? Вот так вот, вот так вот Тревор, короче, поступит? Ламар. Эй, псих, жми в мою берлогу. Мы с Фрэнком пригоним последнюю тачку для богача. Ты с нами? Опа. Еще одно задание про тачки, что ли? Окей. Окей. Я думал, уже цепочка закончилась, короче, про этого богача с тачками. А что у нас там последнее было? У нас, по-моему, последняя была эта тачка, как у Джеймса Бонда, по-моему, была, да? Такая же. Так, погоди, а как мне садиться, я забыл. О, так, шасси. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, шасси, ладно, я выпустил. Теперь надо как-то развернуться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Ну ладно. И так пойдет. Хоть как-то, хоть. Ну хоть не разбился, не знаю. Так доедем, короче. Хоть мягкая посадочка все равно была. Так, достижение, вы узнали правду о Брэде. Закрыть топор войны. Зарыть топор войны. А, ну и все. Ну и все. Короче, вот такая вот у нас развязочка, друзья, сегодня. Вот такая развязочка. Так, а что еще у нас появилось? У нас появилась Дэвин. И пока все, наверное, да? Ну, это уже будем в следующей серии вот с вами смотреть, короче, угонять тачку. И, возможно, к этому времени что-то прояснится с Майклом, короче. Ведь неизвестно, где его держат. Чё там? Как поступит Тревор в этом случае, короче. Загрызет его совесть или нет? Но пока он настроен на Майкла враждебно. Но... Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.